В активную стадию перешла работа проекта «Комфортная городская среда 2018». Уже можно говорить о предстоящих планах на ближайшее время. В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды на единой информационной системе закупки gov.ru размещена информация, извещение о проведении электронных торгов. На сегодняшний день электронные торги по данной программе прошли по проекту реконструкция освещения парковой зоны между первым и вторым микрорайоном. Информацию о проводимых аукционах вы можете посмотреть на сайте закупки gov.ru. Несмотря на то, что весна в этом году поздняя, май отличился достаточно высокими температурами. Все растения распустились просто на глазах, а это добавило работы службам благоустройства. Служба благоустройства на данный момент выполняет работы по благоустройству территории города. Мы выполняем работы по покосу травы. Сегодня приступили к работам по посадке цветов. Также очищаем парковые зоны и ежедневно выполняем работы по очистке автомобильных магистраль города. Через несколько дней, когда цветы примутся, клумбы расцветут и украсят улицы нашего города.